Навела себе кружку кофе с молочком. Сделала пиццу. Сейчас буду завтракать. Друзья, это чага. Сначала муж вот на более куски большие сделал. А потом вот попытались на более мелкую. Будем заваривать. Для здоровья, для иммунитета. Леночка прислала. Чего тает снежок, все меньше и меньше. Тут раз все раскрыли. И холод пришел. Снег пошел. Тут тоже сходит снег. Пойдемте посмотрим редиску, которую мы высаживали с вами 8 марта. Но, я говорю, открыли. А там заморозки такие были, что со снегом. Вроде Антоха вчера смотрел, сказал, что взошла, сходить начала. Точно. Точно, вон она. Смотрите. Начала. Так, и это у нас теперь метеостанцию сюда поставил. Из дома можем смотреть, сколько в теплице градусов. Сорняки зато, блин, первым делом вылазят тут. Зеленые он перышки. Какие-то что тут. Вот это. Этого добра сразу. Так, а сегодня мы будем, друзья, что делать? Не, поливать еще не надо. Сегодня будем опрыскивать бордоской смесью все деревья. Ой, прищипнула. Ну ничего, просохло. Подсохло. Сейчас еще чуть-чуть подсохнет. И тяпочкой-тяпочкой снять все листочки запревшие. Ну, с чесноком, надеюсь, тоже все будет хорошо. Еле растворили эту бордоскую фигню. Пошел опрыскивать. Так что сегодня опрыскивание. Вон, розы тоже открыли. Такую маленькую взяли. Викулька мне ее на день рождения подарила. Роза плетистая. Айконик или как она там? Да, ну очень красивый. Так разрослась. Уже стебель какой толстый. Все. Уже весна весной. А у нас все холодно. В общем, сейчас все деревья опрыскиваем бордоской. И виноград он хочет сейчас открыть, побрызгать и закрыть. Точно закрывать еще надо? Надо, да? Закрывать, чтобы он это, лучше это. Быстрее попасть. Ты смотри, чтобы на тебя не это. Такие сегодня планы. По двору. Мы же тут укутывали саженцы-то. Я опять забыла, как это называется яблонька. Красная, которая. Мякоть. Мякоть красная. Сейчас мы ее откутаем и тоже обработаем бордоской. Еще сказали, у кого брали, у мужика, чтобы обрезали. Ну, раз надо обрезать, значит, надо обрезать. Насколько он сказал обрезать? Вот штамп ты оставлял, и дальше у тебя пойдет. Ну, значит, обрезай раз. Ты помнишь, где сказал, главное? Мы сейчас половину прям? Да. А где ты там? Не, лучше еще раз почитаем. На следующих выходных, если уже все тепло будет хорошо, снег растает по суше. А по-моему, это сдохло. Кто? Кто? И... Та? На улице? И... Почему ты так решил? Я отрезаю, а это... Где?
Давай посмотрим. Еще. В общем, если тепло будет, подсохнет, выйдем на субботник. Будем убираться. Давай секатор пробуй, покажи мне. Дети всякую муть смотрят. Вот станция. Это градусы у нас получается сейчас здесь в комнате. Представляете, это влажность, это время. А это 28 градусов, оно показывает сейчас теплицы. Представляете? Вот так. А утром ноль. Концерта не хватает девчонкам. Россия, Россия. Поем. Там слове и сила. Путин чей? Наш президент. Голос. Вот. Залезла в холодильник и поняла, что в тюрьме сегодня макароны. Вот такие вот. Барилка. Ну и с чем? Бекон. Бекон сами делали. Мясо на рынке покупали. Ну, не мясо, там пузанина, грудинка, там что-то такое, кусок вот. Сами готовили. Теперь я его обжарила с лучком. 3 головки лука. Прям тут достаточное количество. Сейчас буду добавлять. В принципе, к макаронам вот так вот перемешаем. Масло уже можно не добавлять, все жирненько. Все сейчас у нас тут разойдется по макарошкам. Вот, иногда готовишь из того, что есть. А иногда понимаешь, что в холодильнике мышь повесился. Ну, пока не повесилась, пока это не наш случай, пока все есть и сырочек. Сейчас все перемешаю. Можно кушать. Прости, жопка. Да? Ну, может быть, и да. Иногда и так. И салатик сделать надо. У меня еще есть огурчики. Будем так вот кушать макарошки с сыром и с беконом. Сейчас еще сырка подотру. Маловато. Салатик с оливковым маслечком, с травками итальянскими и с свитаксой. Огурчики, помидорчик черри. Свежий огурчик и соленый огурчик. Все тщательно размешать. Будет вкусно. Люблю так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Потом сырок начинает расходиться и получается как будто вот такой соус. Классно. Ням-ням. Хочу показать мой спатик, как он вырос. Он пришел ко мне на канал. Маришка мне его отправил по почте. И вот так вот он уже вырос. Ну, единственное, тут какая-то вот прям беда. Но мне кажется, что это от старости. Нижние листочки вот начали желтеть. Он идет с деточкой. И вот так вот зацвел. Деточка зацвела. Вот. И получается, мамочка зацвела. И вот нижние листочки. И кончики мне не нравятся у нижних листочков. Тоже тут какая-то беда. Ну, это вот все на нижних. На верхних все чистенько. Вот не знаю, дать полностью отсохнуть или отрезать, а то вид портит. А когда-то он у меня просто не выживал, друзья. Не выживал, сколько бы я ни пробовала. И вот Мариша с ее легкой руки, с добрым сердцем отсадила от своего Пикассо-красавца и отправила мне. И он реально уже большой, он большой, красивый мальчик, если Пикассо. Ну, а если счастье,
то оно, оно мое, мое женское счастье такое.